Здравствуйте, меня зовут Малика. Я нахожусь в музее изобразительных искусств. Музей – это такое здание, где хранятся самые старые и старинные вещи со всего света. Франц Алексеевич Рубо был русским художником. Он рисовал огромные картины, они называются панорамы. Одна из этих картин мне очень понравится. Она называется «Штурм аула Ахульго». На ней изображена битва. Царские солдаты решили напасть и нанести сокрушительный удар на главной крепости имама Шамиля. Но горцы храбро и отважно сражались за свои земли.